Сядем прямо и начнем. Можете уже брать масло, наносить на руки, размазывать. И сейчас я вам покажу мое любимое упражнение. Мы сейчас будем распиливать подбородок. Не подбородок, а вот эту вот часть. Мы ее будем пилить. Как мы пилим? Мы ее пилим. Значит, вот таким вот образом мы начинаем распиливать с верхнего уха. И начинаем пилить. Пилим, 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 пилим. Еще вот эту часть распиливаем прям. Не очень сильно, но и не очень мягко, так средним распиливаем, чтобы прочувствовать. Угу. Потихонечку начинаем передвигаться вниз. Смотрите, не под горлом, оно вот прям вот здесь вот вы распиливаете, вот эти вот части. Вот эти вот. Начинаем распиливать под горлом. Ой, под подбородком. Пилим. Распиливаем. Должно быть уже какой-то вот прям жар, жжение. Очень полезно разминать вот эти вот все вещи. Ага, еще пилим, 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 пилим. И давайте влево уходим. И также распиливаем. Распиливаем. Убираем все нависы, провисы. Да? И опять вниз ушли, распиливаем. Сделайте приятное выражение лица при этом. Ага, а теперь вверх и вниз так. Прям покрутить. Прям чтобы овал лица был четкий. И закончили. Ух! Если вы сделали все правильно, у вас должны прям вот руки устать. Руки тоже здесь работают. И вот у меня вот ощущение, как будто вот контур прям стал четким. Да, как будто вот мы вырисовали вот такой вот, отчеканили такой вот контур, красивый овал лица. И еще я вам покажу несколько упражнений. Значит, вы ставите руки под виски и будете давить и спускаться к ключицам. И прям в конце нажимаем на ключицы. Еще раз подняли. И прям давим, ощутимо давим. И нажали в конце на ключицу. Еще. Подняли. И вот мы сейчас вырисовываем вот эту вот часть. Мы как будто Микеланджело. Мы сейчас слепим скульптуру из своего лица, из своей шеи. Поехали. И спускаемся. Чуть-чуть поднимите подбородок, да? Вытянитесь. Все сохраняется, девочки. Осанка сохраняется. Мы просто добавляем самомассаж. И вырисовываем скульптуру. Еще раз. И вырисовали. И нажали. Обязательно в конце нажать. Можно даже чуть-чуть задержать. Опять. Нежная личико, шейка. И задержали. Еще. Очень нежно, но ощутимо. И еще. Угу. Мысленно представляем, как у нас все лишнее убирается, шея вытягивается, становится тонкой, красивой. И постояли здесь, стоим 8, вытягиваем шею, подбородок 7, 6, 5, 4, 3, 2, расслабились. А сейчас я вам покажу мое любимое упражнение, я считаю, что оно вообще очень крутое. Значит, как мы его делаем? Мы кладем большие пальцы под подбородок. Вот так. И что мы делаем? Мы начинаем раздвигать лицо и спускаться вниз. Еще раз. Как будто мы расширяем, прям давим на лицо и спускаемся вниз. Еще раз, поехали. Раз, растянули лицо.
И вот все, что мы взяли, мы теперь отпускаем вниз. И опять остались на ключицах. Еще раз. Раз, растянули и потянули вниз. Мы прям лепим идеальную структуру лица и шеи. Я эти упражнения делаю каждый день. Стараюсь утром и вечером, но хотя бы один раз в день я их делаю. Еще раз. Раз, развели, натянули. И спустились вниз, оставили, натянули. И смотрим, любуемся на свою шею, чувствуем, как она вытягивается, становится красивой, тонкой, гибкой. И еще раз. Раз. Нос не... Вот можно вот здесь вот нос открыть, да? И вот отсюда начать. Раз. И потянуть. И давайте сделаем последний раз. И потянем вниз. И закончим все хлопками. Пошли. Хлопаем себя по подбородку. Расхлопываем. А теперь вот так вот. Начинаем сбоку. Спереди, с другого боку. Прям расхлопываем. Убираем лишний подбородок, нефиг ему здесь делать. Ага. Все лишнее простукиваем, убираем. И быстрее, 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 быстрее. И закончили. Вытянули затылком, закрыли глаза. И понаблюдайте за ощущениями. Вот в этой части, в щеках, в подбородке, в шее. Ощутите, как все горит, как туда пошла кровь, стала поступать, улучшилось кровообращение. Угу. Прям запоминайте эти ощущения. Представляйте, как шея у вас становится тоньше, длиннее, гибче. Делайте глубокий вдох.